как открывается крыша, а дальше пойдем. Renault Wind, ребята. Вот. 2013 год, цена 7074 киловатта. Сейчас мы станем свидетелем бензиновый двигатель. Вот так вот. Вот и все. Просто такой вот автомобильчик. А, это эти ворованные, которые продают? Да, 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 да. Подворованные. Переделанные со Шкоды, говорят. Вот такой вот автомобиль. Все остальное доваривать. Номер телефона напишу в описании. Вот такой вот сегодня. Это вот ютубер канал, да? Да. Вот. Сейчас продолжим. Так. Винт, ручечка вот такая интересная. Такой вот расход по городу 5 литров бензина. Сейчас мы проверим. Такого плана автомобильчик. Есть круиз даже. Вот такого плана автомобиль сегодня у нас. Два эрбега. Отключим музыку немножко. Так, что у нас есть еще? Кондиционер есть. Сиденье, двигатель работает очень тихо. Renault есть Renault. Удобная посадка даже с моим ростом. Вот такого плана сегодня у нас автомобиль. Так он смотрится. Так что до новых встреч, ребята. Цену напомню, 7000. До новых встреч на канале.